Солистка Большого театра Марина Лапина дебютировала в партии «Турандот» в одноименной опере Пуччини. Она на сцене Большого театра поет ведущий репертуар драматического сопрано. И делает это успешно. И я думаю, что это прекрасное пополнение исполнительниц этой сложнейшей партии в Большом театре. Всегда тяготела к Турандот. И я ее выучила очень рано. Может быть, даже слишком рано. Арию саму, ее мало кто пел раньше. Я ее выучила еще в институте. И очень профессорский состав это воспринимал болезненно. Говорили, что эта певица петь никогда не будет, потому что она не с того начинает. Турандот – это такая партия, считается, что певица должна петь уже в зрелом возрасте. Но сейчас другое время, и все хотят видеть молодую, худенькую Турандот. Но все-таки я считаю, что партию может петь молодая певица, но это может повредить, если у певицы нету опыта петь сложнейшие драматические сопрановые партии. Написано очень сложным музыкальным языком, вокально надо все это озвучивать вверх, вниз, перепады, тесситуры и пущиневский насыщенный оркестр, это все тянет на форсировку голоса, и это как раз и вредит голосу, поэтому принято, чтобы певицы это пели более в зрелом возрасте и в зрелом состоянии вокального мастерства. Рождаются голоса, которые могут это так свободно спеть, как это поет Марина Лапина. Для нее нет абсолютно никаких вокальных сложностей, и она очень убедительна в этой партии. Я желаю ей творческих успехов на сцене Большого театра.
Для меня нет дороже площадки, чем сцена Большого театра. То, что я так долго готовила, так долго носила в себе, я рада, что это реализовалось сегодня. Действительно, это момент моего счастья профессионального.